как я начал заниматься кроссфитом. На самом деле я постоянно веду здоровый образ жизни. То есть я не курю, не пью, бегаю по утрам, еженедельно, как правило, играю в футбол. Ну, скажем так, и стараюсь передвигаться, как правило, в принципе, пешком. То есть принцип 10 тысяч шагов в день я стараюсь соблюдать. Ну, соответственно, иногда для поддержания тонуса я занимаюсь и в тренажерном зале. И когда несколько месяцев тому назад мои друзья пригласили попробовать, что такое кроссфит, ну, я, естественно, в принципе, реально согласился, потому что волшебное слово для меня, в принципе, динамика. Все, что связано с динамическими, скажем так, видами спорта, для меня практически интересно. Кроссфит – это такая штука, где в течение уже 2,5 месяца у меня постоянно болят мышцы. То есть это говорит о том, что болят, сразу могу сказать, разные мышцы. Сейчас, конечно, становится уже намного легче, уже нет такой, по сути дела, ощущения боли. Но это как раз говорит о том, что я вспомнил о тех мышцах, которых у меня не было, или я их не использовал практически никогда. Вот в этом отношении очень здорово. То есть в работоспособности получаются все мои мышцы. Это не тренировка, например, только силы. Это тренировка и скорости. Это тренировка гимнастики. То есть умение ходить на руках, умение грести, умение лазить на кольцах, на турнике. При этом умение, как ни странно, и приседать, и поднимать ту иную штангу. То есть это требует все-таки универсальность и держит в тонусе. Поэтому рекомендую, попробуйте.